Всем добрый день, всех с наступающим Рождеством. А если завтра Рождество, то сегодня надо готовить кутю. В старину кутю варили, как правило, с пшеницы. Ну, времена меняются, меняются вкусы, и сейчас в основном варят с риса. Я не исключение. Вот такая у меня чайная чашка, 200 мл. Вот такую чайную чашечку я сварила риса. Отправляю сюда мисочку большую, для того, чтобы легче было мешать. Также нам пригодится, мерю все той же чайной чашечкой, вот столько кураги, чуть больше половины, столько же орехов и ложка столовая с небольшой горочкой меда. Орехи и курагу надо измельчить. Режем курагу. Вместо кураги можно использовать изюм. Так, орешки можно порезать, а можно просто поломать вот таким образом. И по возможности отделить вот от этой кожицы коричневой. Отправляем сюда орешки. Отправляем мед. Мед у меня жидковатый, и это хорошо. Легко будет перемешиваться. Вот эта кутя, я считаю, самый легкий рецепт. Вот кутя, допустим, с маком. Вкусная кутя, но мак потом как-то вот не очень приятно бывает. Когда он мешается, и к тому же мак долгий в приготовлении, его надо отварить, его надо измельчить в ступке. А вот этот рецепт очень хороший. Ну, забыла сказать, что абрикос, конечно, я помыла, курагу просушила салфеточкой, вот и все, наша курага готова. При желании, конечно, можно сварить компот, как у нас говорят, узвар, и добавить сюда узвар. Ну, повторюсь, рецептов много, но вот этот рецепт очень вкусный и очень быстрый в приготовлении. Ну и для красоты можно еще полить медочком. Всем приятного аппетита! Всех с наступающим Рождеством! Всего вам наилучшего! В этот день мечтайте, планируйте, желайте друг другу всего наилучшего! Пусть ваши мечты, ваши планы услышат небеса, и будут они исполнены! Всего вам наилучшего в новом году! До свидания! Всего доброго!